Молдова Республикасының премьер-министрусу Майя Санду. Премьер-министр Республики Молдова Майя Санду. Bună ziua! Уважаемая госпожа Влах, поздравляю вас с вступлением в должность Башкана автономии Гагаузыри. Это должность — большая честь, но и большая ответственность. Вы много сделали для развития автономии и для повышения благосостояния людей. Но перед всеми нами стоит еще более амбициозная задача. Это создание и построение государственных структур, которые будут работать в интересах людей. У нас с вами общая программа действий. Коррупция поражает весь государственный механизм, не только отдельные его части. Когда руководители назначаются, исходя из принципа кумовства, а не исходя из профессиональной компетенции, страдает качество государственного управления, а следовательно, снижается уровень жизни каждого из нас. Основное, что я хотела бы сказать вам и гагаузам, это то, что у нас общие цели. Молдова — это все мы, и мы обязаны создать для граждан страны справедливое, функциональное государство, которое открывало бы возможности развития для всех граждан страны. Второе. Мы знаем, что вам, как и всей остальной Молдове, выкручивали руки, открывали уголовные дела, препятствовали в политической и социальной деятельности, строили схемы незаконного обогащения, отмывали деньги. Мы вместе с вами обязаны положить конец схемам и использованию государственных институтов в личных интересах на территории всей страны. Этого от нас ждут граждане Молдовы. Третье. Мы хотим построить с автономией взаимоотношения, которые основаны на соблюдении четко прописанных и четко оговоренных правил. Эти правила нам еще предстоит создать. В 1994 году был принят закон об особом правовом статусе Гагаузии. В 1997 году было принято уложение Гагаузии. Эти решения получили положительную оценку международного сообщества и получили поддержку внутри страны. Тем не менее, это только начало. С тех пор прошло много лет, а полномочия автономии до сих пор не были определены и до сих пор являются предметом споров и разногласий. Напомню, что за этот же период времени, например, в Южном Тироле в Италии удалось успешно и полностью разграничить полномочия автономии и центра. Пора перестать спорить о вопросах, которые не имеют прямого отношения к интересам граждан, и заняться главным. Необходимо определить полномочия в области образования, культуры, здравоохранения, социального обеспечения и других областей функционирования автономии. Мы хотим, чтобы автономия гармонично развивалась в составе целостной и неделимой Молдовы в рамках Конституции Молдовы на благо нашей общей страны.
И четвертое. Я хотела бы работать с вами вместе над серьезной программой развития гагаузского языка и культуры. Мы готовы оказать вам все возможное содействие в развитии и распространении гагаузского языка и культуры. Желаю вам продуктивной работы в рамках вашего второго срока и работы на благо Молдовы и автономии Гагаузии. Спасибо.